Итак, всем привет, всем доброго времени суток. Да, сегодня я бы хотел затюнинговать Ниву, которую тюнинг, на которую добавили в обновление, да, это. В общем-то, я снимал, как ее тюнинговал, да? Но так получилось. Но так получилось, что видео не записалось, да, в общем-то. Поэтому я вам покажу, как я ее затюнинговал, а также заеду в центр тюнинга, да, покажу вам, что какие-то какой там тюнинг на нее присутствует, чтобы вы уже знали. И также, в общем-то, да, так тут само собой это все, да, как бы. Вот она Нива, номерки на нее купим попозже. Вот она красотка. Тут по кайфу прямо. Так, тут, ну, в целом-то Нива неплохая, да? Сейчас включим оптику, отъедем вообще отсюда. Так, вот, видите, оптика классная какая, да. Так, вот она, наша Нива. Я, это, так сказать, городская Нива. Потом в будущем я хочу сделать еще оффроуд Ниву, которая будет в тюнинге там оффроуда, да, будет шнуркель и так далее, да, все вот это вот. Так, вид от первого лица, ничего не видно. Ну да ладно. Вот как я ее здесь сделал. Сейчас камхак. Вот она, Нива. Вот она, классная, 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 красавица. Так, надо настроить кое-что. Так. Скорость и плавное движение камеры, да? Вот так вот сделаем. И классная Нива. Классная. Тупо классная, тупо крутая, да? Городская, вся из себя, да? Ну ладно, а мы давайте съездим в тюнинг-центр, да? Диски, опять же, не добавили новые, но эти диски ей подошли, подошли. Прям по стилю. Стильная Нива получилась. Так, тут спасибо, куда по встречке, да, пожалуйста. Сейчас давайте заедем, как я уже говорил, в винил. Какой винил? В тюнинг-центр, да? Посмотрим, что на нее добавили. В общем, то, что я поставил, я уже вам показал в прошлый раз, когда я это все ставил, покупал Ниву. Серия, к сожалению, не записалась. Ну, в общем-то, не проблема. Еще раз, да, как бы. Да. Так что номерки потом на нее поставим, да, тут. Классная Нива. Обвес. Тут у нас есть классический бампер. Черный бампер, внедорожная. Это уже внедорожная тематика, да? У меня стоит G65. Так, ну и снять бампер тут. Так. Все нормально. Задний бампер тут. В общем-то, да. Все круто. Все круто. Так, это пародия у нас.
пороги я не ставил. Вроде как. Решетка радиатора. Ну, у меня гелинг G65, соответственно. G65 решетка радиатора. Да. Так, тут капот. Тонированные габариты. Кастом габарит. У меня кастом стоит. Соска. Крутая Нива получилась. Так, багажник новый тип. Это Урбан, да. Запаска внедорожная. Запаска G65 у меня стоит, естественно. Передние крылья Фендера. G65 у меня также стоят крылья. Так, задние крылья. Арка Ангелика у меня стоит. Это вот Фендер такой черный. Черный. У меня же арка Ангелика стоит. Передняя левая дверь — это зеркала Ангелика у меня стоят. Это от Приворона. Так, передняя правая дверь, тут то же самое. Передние фары у меня, конечно же, кастомные стоят. Ну, круто же выглядят. Вот у меня вторые. Первая — это Ангелика. Задние фары тонированы, у меня, конечно же, кастомные стоят. Прочее там, это багажник на крыше того же оффроуд. Потом будем делать, вот люстру поставим, рейлинги также тут есть, шноркель, это все оффроуд. Так, ну, собственно, все. Вот как Нива преобразовалась у меня. Крутая Нива, да, однозначно. Тонеры я ей поставил, да. Вот это вот блестит, вот это немного, не знаю, то ли раздражает, то ли не знаю. Поэтому давайте сейчас отъедем и еще раз посмотрим на нашу Ниву куда-нибудь сюда. Так, заглушим и выходим. Так, Аня пристегнута. Так, все, отстегну я, не ори, не ори. Отстегну я ремень безопасности. А тут он есть вообще? Стоп. А что тут отстегивать, когда тут вообще нет ремня безопасности? Ну, не суть. В общем, там, да. Ну, салон обычный, это как... Салон обычный, такой, ну, в общем-то, как это и все и есть, да, в общем-то. Так, ну, оптика просто, оптика шикарная, шикарная, шикарная. Оптика шикарная просто. Тут диски у нас, да? Сзади, ну, тоже просто шикарная оптика. Да. Ну что ж, давайте заканчивать эту серию, наверное. Пишите, понравилось вам Нима, не понравилось. Если понравилось, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, да? В общем-то, все как обычно. Ничего не отменяли. Да. В общем-то, до встречи. Всем до скорого. Всем пока.